Ну-ка, подождите, еще разок я хочу глянуть. Уже понял, понятно. Ого! Это что такое? У него какая-то пушка была. Офигетушки. Друзья, всем привет! Понятненько. Дубль номер два. Друзья, всем привет, с вами Капанда. Добро пожаловать, я как понял, уже в жесткий мир Джо-Джо в Роблоксе. Короче, я только зашел, меня сразу же здесь нахлобучили. Многие подписчики на самом деле меня просили поиграть в этот режим. И я решил зайти в него глянуть. Сразу говорю, я здесь особо ничего еще пока не разбирался. Не смотрел, не прокачивался. Капец, что такое было? Меня какими-то ракетами с другой стороны нарезали. Короче, если режим мне понравится, если зайдет он вам, напишите в комментариях, то есть стоит или не стоит дальше здесь прокачиваться, глядеть и так далее. Я так понял, здесь, ну понятно, что режим снят по анимехе сделан, но анимеху я не смотрел, поэтому, как обычно, тухлыми помидорами в меня не бросаться. Короче, что у нас тут есть? Вот эта единичка, это, видимо, наш уровень. Смотрите, можно драться. Левой клавишей мыши я могу просто нарезать. Да, здорово, дружище, здорово. У нас есть металлические дамми. Это что такое? Это, видимо, мобы. Мобов можно. Пощечину. Лево, право, лево, право. О, смотрите, я ему по двоечке сношу. Обалдешечки. Так, а хп у него сколько? Да там у него, по-моему, вообще ничегошеньки пока месть не отнимается, да? Вообще ничего никуда не лезет, смотрите. О, зато у меня лезет полоска внизу, смотрите. Я качаюсь. Вот внизу у меня желтая полосочка, это, видимо, моя экспа. И еще ниже мы видим, есть доллар. Значок долларов у меня тоже 0. Так, интересно, смогу я нет его убить? Ну, мне придется его колупать, наверное, полгода. Смотрите, я ему отнял где-то только одну, блин, двадцатую. Но зато я могу, наверное, сейчас поднять себе уровень. Давайте мы уже его тогда доколупаем, побежим дальше, посмотрим, что здесь еще есть интересненького и так далее. Смотрите, я почти уже уровень. Смотрите, тут уже народу куча, они все смотрят, как я бедного этого калашмачу. Все, короче, я добил. У меня второй уровень. Так, куда я смогу здесь жмякнуть, а? Капана, ты снимаешь? Не, я зашел просто посмотреть. Так, что здесь? О, карта, смотрите, довольно-таки большая, да? Это какая-то школа у нас. Там какой-то чувак, смотрите, стоит. Обалдешечки. И есть у нас лэб, линия электропередач. Там у нас какой-то есть водопадик. Здесь центр города, движуха какая-то. И вон там. Давайте, друзья, наверное, пойдем в центр. Посмотрим, что там есть. Блин, а это дома мне напоминает. Что-то это режим Мип Сити. Интересно, их можно будет покупать там, что-то сделать там, какие-нибудь обновки, обои клеить, линолеум стелить, ламинать там какой-нибудь, умывальник поставить и так далее. Но я, конечно, сомневаюсь. Этот вам тут не Мип Сити, не Блоксбург, не Сим Сити, да? Так, ладно, что здесь творится, боже мой. Вот я сам не знаю, что здесь. Просто дичь какая-то творится. Первый раз вообще зашел, меня сразу же нарезали. Так, это что такое? Обалдешечки. Это, видимо, какой-то фонтан был, но его кто-то сломал. Это какие-то зеркальца. Ой, красивый-то какой я. Ага, аж ничего не видать. Ку, здорово, дружище. Я могу сесть. Надо подождать автобус. Автобус, ты где? Автобусная остановка, что ли, да? О, смотрите, я сел. Нет, ничего я не сел, у меня ноги просто провалились туда. О, смотрите, теперь есть Вуди Дамми. Это, получается, мобик, который уже деревяшка, да? Деревянный он. Обалдешечки, я могу его нарезать, да? Смотрите, меня тоже по двоечке сносится. Кто меня убил? Что произошло? Я вообще разваливаюсь с одной просто плюшки. Офигеть. Короче, тут, видимо, нужно качаться очень сильно, чтобы хоть кому-то чуть-чуть дать сдачи. Так, давайте попробуем. На Ку ничего нету, на Е ничего нету. Shift, как тут бегать? А, вот, Ctrl. Смотрите, жмякаем на Ctrl. И мы чуть-чуть быстрее побежали. Так, по остальным клавишам сейчас пройдемся. О, смотрите, на английскую М, на русский мягкий знак у нас есть тут, друзья, статы. Ability, no. О, что это такое было? Какой-то пет там еще летает. Омега, оф, ёлы-палы. Короче, суть в том, что здесь, видимо, есть какие-то обилки. Смотрите, у меня обилки пока мисс нету. Так, у нас есть Endurance. Это, получается, повышает твое максимальное здоровье. Понятно. Ну, типа ХП наши. Только где бы их видеть? ХПшки даже моей нету. Ну, видимо, как в Рагуле здесь
Нету конкретных статов, не видать, сколько у нас тут хп. Так, это у нас и какой-то спешл есть. Есть повар. Инкриз дамейджа. Так, а, это получается на левую клавишу мыши, либо на скиллы потом будет, да? Power у нас. А также у нас есть стенд трейд, да? Every stand, короче, какой-то там стенды здесь есть, и они типа, мол, добавляют нам какие-то статы. Что-то бахо знает, короче. Ладно, будем разбираться. Так, клик по... Так, это что такое? А, во, можно раскидать будут статы. Смотрите, у меня есть поинты. Два поинта, я могу куда-нибудь здесь их раскидать, да? Где у нас? Подождите. Опять меня убили. Дайте команде разобраться-то, а? Да, смотрите, друзья, я могу эти два поинта куда-нибудь раскидать. Не знаю, давайте в пауэр раскидаем. И что там, спешл может быть. Без понятия, что такое. Что такое ресет? Не-не-не, это не надо. Это нам что-то, видимо... Здесь все сбросить, да? Так, ладно. Опять меня куда-то откинули. Давайте сбегаем опять в центр, глянем, что там еще есть. Так, если я, интересно, просто буду... Вау, это что такое было? Вспышка. Эй, меня заморозили. Рыба-карась, игра отомрись. Эй, или она зависла. Что это такое было? Какая-то была вспышка, и меня просто-напросто взяли, заморозили. Эй, давай шевелись, смотрите, я просто замер. Обалдешечки. Это косяк какой-то, баг? Либо это какой-то был... О, смотрите, они сзади все заморозились. У нас остановилось время, вы видели? What? Типа, то что такое? Я сам маленько офигел. Я сначала думал, что это какой-то баг. Нет, нифига. Это, видимо, у кого-то такая способность, то, что можно останавливать время. Так, на Ctrl маленечко ускоряемся. Так, если я буду левой клавишей мыши жмякать... Нет, у меня экспа не копится. К сожалению, не получится куда-нибудь замышиться. Как обычно, куда-нибудь в уголок, чтобы никто не уволок. И попробовать на АФК встать и прокачаться, да? С одной пощечины я опять развалился. Обалдеть. Короче, суть в том, что первую неделю геймплея придется, наверное, вот так вот встать. Вот, смотрите, я уже по четверочке, да, сношу. Я прокачал там силу, да, по-моему? Так, я прокачал. Вот у меня спешл есть и пауэр, да? Ну что, я смогу, нет, его убить все-таки? Нет, наверное, я так и не смогу его убить, но зато... Теперь, наверное, быстрее, смотрите, копится экспа, да? Либо также интересно, за удар дается просто определенное количество экспы, либо за нанесенный, ну, за нанесенное повреждение, за количество повреждений. О, у нас чувак кто-то стоит. О, нифига себе. Титанс, Асал Титанс, да дайте мне поговорить, меня опять с каких-то ракет убили, а? Ну ничего, я раскачаюсь, потом как зайду, как дам всем... Кто меня убивал, вот этих вот там и так далее. Так, где он был? Где-то там был. Я теперь хочу до него добежать. Город, кстати, довольно-таки большой. Надо будет потом здесь все излазить, все посмотреть. Так, а как мне там появиться-то, а? Ресет? Я здесь постоянно в одном месте буду, нет? Какой-то был там чувак, видимо, и с ним можно было поговорить, да, друзья? Интересно, где он? Где-то был там. Я уже сейчас запутался, фиг его найдешь. Город, кстати, не маленький, смотрите, карта-то. Ну, я не знаю, может быть, чуть-чуть поменьше, чем в Рагуле, да? Но в Рагуле можно было быстро перемещаться. Здесь двойных рывков никаких нету. Здесь очень медленно мы все ползаем. Из-за этого, конечно, это все дело будет происходить гораздо медленнее. И карта кажется гораздо больше. Так, вон там где-то я его видел. Мне надо туда, до туда добежать. А, вот еще, смотри. О, шоп есть! Вот это уже интересно. Смотрите, есть шоп. Так, вот это дядька меня убивал. Нужно обойти его стороной. Он какой-то слишком злой. Так, есть у нас шоп. О, у нас там есть поезд. Можно на этом поезде куда-нибудь будет. Чу-чу. Так, ладно, чувак, что говоришь? Так, та-та-та-та-та. Убить основными, типа, мол, типа панчами, да, убить? Это типа квесты, что ли? У меня еще и денег ноль. Мне бы как бы еще маленько бы прокачаться, а? Но, как обычно, в начале-то очень сложно. Но самое главное, чтобы было интересно мне и интересно вам. Если будет мне и вам интересно, то мы будем продолжать играть. Так, есть шоп. В этом шопе за 5000. Обалдеть. А есть что-нибудь за нолик, а? Так, есть яблоко за 500. Можно похавать будет. Есть arrow. Это, по-моему, стрела. Какой-то клаб. Здесь что-то еще ниже. Капец, а что так все мелко написано? Vampire mask. Короче, вампирная маска стоит... 500 миллионов! Короче, пошел и отсюда. Здесь, видимо, не для нубовских. Так, что здесь еще? Есть поезд. А на поезде можно куда-нибудь уехать, интересно, а? О, тоже какой-то чувак стоит. Ну-ка, что говоришь?
О, нифига себе, тут прям полноценный диалог. Да у нас тут настоящий Mass Effect от BioWare. Смотрите, а можно выбрать вариант ответа. Присоединить его к группе, либо превратить в какого-нибудь. Так, а внутрь нельзя запрыгнуть? Хочу напоить и чуть-чуть. Обалдеть, даже в поезд можно сесть. Все, я поехал, друзья. Следующая станция Московская. Осторожно, двери закрываются. Ладно, здесь мы глянули, чё кого. Вон там еще есть какое-то, вижу, казино. Но в казино обычно играют, когда есть деньги. А у меня денег нет. Но вы держитесь, да? Ладно, сейчас попробуем. О, казино есть. Какой-то чувак желтый. Обалдеть, трансформер. И у него на пупке какие-то есть здесь сердечки. И на коленках два сердечка. Ого, еще по бокам сердечки. Не знаю, может быть, это просто масть? Так, я и могу с ним поболтать. Поболтать с ним нельзя. Зато можно зайти. Азартные игры. Так, уберите детей от экранов. Сейчас будем профукивать всю свою зарплату. 0 баксов. Давайте, ставлю 0 на красное. Так, это что такое? Это однорукий бандит, по-моему, да? А что здесь, можно, нет, поиграть? Не поиграть, по-моему, нельзя, да? Наверху, наверное, стопудово должна быть рулетка какая-нибудь. Или покер. Точно, можно рубануться в покер. Флэш, рояль. Full House, обалдешечки. Ладно. А, блин, ну смотрите, Royal Casino, королевское казино. Я думал, наверное, там что-нибудь есть, можно что-нибудь будет заюзать. Короче, смотрите, друзья, у меня есть квест, мне нужно убить основным панчем, либо рашем. А что такое раш? Как тут рашить? Там. Metal Dumby. Вот эти вообще чуваки очень жесткие. Так, мне... Смотрите, все качаются, стоят их и наклобучивают, а? Интересно, интересно это, нет? Ну, в смысле, интересно ли так качаться? Врагу ли-то, в принципе, то же самое. Стал АФК и пошел. Но здесь тебе то же самое. Так же, как и врагу ли. Ой, больно. Могут снять с АФК. Поэтому просто так АФКшить не получится. Так, чувак стоит, чувак стоит. Конечно, я хотел бы потом еще вон до туда добежать. Глянуть, что там есть у нас. Тоже не зря же там этот чел стоит, да? Давайте я хоть куда-нибудь добегу. Ой, здесь какое-то озеро. С этой стороны нету озера. С этой стороны озера нету. А с этой есть. А это что такое? Это что такое? Биг Митер. Это, видимо, какая-то шкала закапливается. Тоже без понятия, что это такое, друзья. Но, я думаю, вместе с вами потихонечку мы будем разбираться. Смотрите, они там устроили битву прям на крыше. Хулиганы. Как они туда залезли, а? Видели? Обалдешек. Так, вот. Я добежал до этого чувака. Что он мне скажет? Так, может, мне это надо отменить? Как с ним поговорить-то? Он со мной разговаривать вообще не хочет. Я там что-то отменил. И у него есть рука, культяпка в виде какого-то, не знаю, мячика или что. Капютушечки! Святой бамбук, меня опять убили! Я так и не добежал до этого озера, да, друзья? Так, а здесь у нас есть какие-нибудь квесты? Нет? Что-нибудь убить вот этих вот чуваков. Здесь вроде пока мест никого не наблюдаю. Вон там такой у нас чуваки. Неписи, да, стоит? Вот он у нас, непись, да? Он нам говорит нахлобучить, короче, десятерых чуваков. Но интересно, их полностью убить надо, либо нет. Смотрите, у них тоже этот шарик. У них у всех этот шарик, обалдешечки. Да хватит меня калашматить уже, а! Сейчас левой и правой как дам. Смотри, я уже по четверке сношу. Хопа! Вперед, вперед, икс! Сейчас фаталити сделаем. Так, короче, убить тоже. Да-да-да. А сколько их надо убить-то, а, непонятно. Ну-ка, может быть, попробуем по ПВПшим? Здесь можно ПВПшим? Ну-ка, иди сюда, товарищ. Будем на тебе тестировать сейчас. Давай. Сейчас мы тебя догоним. Хопа. Четверочка. О-о-о-о! У меня какая-то стрела взялась. Что это такое? Обалдешечки, смотрите. Теперь я могу этой стрелой кого-то калашматить, да? И у меня слева, смотрите, еще тоже что-то есть. Ой, я могу зажать. Нифига себе, это что такое? Если честно, я не знаю. Первый раз эту стрелу какую-то взял. Так, самое главное, чтобы меня сейчас не убили. Интересно, на меня останется, нет? У меня какая-то энергия, смотрите, друзья, заканчивается. Потихонечку заканчивается энергия. Все понятно, короче. Грусть, печаль и огорчение. О, нет, у меня осталась моя стрела, да? Или не осталась? Точно, у меня осталась стрела. Ну-ка, смотрите, я могу еще зажать, да? Или что это такое-то, а? Как посмотреть? Капец, как быстро убивают. Зато смотрите, какой-то есть огненный чувак.
Видимо, что-то интересное. Видимо, что-то все-таки интересное. Ну-ка, подождите, еще разок я хочу глянуть. Уже понял, понятно. Ого, это что такое? У него какая-то пушка была. Офигетушки. Короче, друзья, здесь разбираться и разбираться не початый край. Какие-то, видимо, есть здесь, ну, не знаю, типа вспомогающие вещи. Либо вот как Кагу на Квинке в Рагуле, а здесь у нас какое-то оружие, способности, либо питомцы. Бог его знает, что такое. Так, но у меня почему-то тут полоска осталась слева, а уже этой стрелы, пики нету, да? А, нет, есть. О, у меня что-то другое. У меня кетчуп появился. А, нет, смотрите, это я теперь я могу. У меня баллончик. У меня газовый баллончик. Осторожно. Осторожно, осторожно. Нифига себе, прикольно. Теперь я могу им, что ли, нахлобучивать, да? А, все понятно. У меня заканчивается, типа, энергия у него. А как мне теперь ее восполнить? Смотрите, я теперь не могу им ничего делать. Капец, как тут быстро убивает. Да меня просто бомбит. Я хочу раскачаться и всем отомстить. Смотрите. Так, так, так. Я сейчас на ком-нибудь попробую затестировать. Вот даже на мобике. О, по единичке, смотрите, как мы жестко отнимаем. И у меня экспа закапливается. У меня закапливается экспа. Все, у меня кончился газуля. Газуля кончилась. Интересно, как его теперь восполнить? Для того, чтобы еще раз так прокачать. Так, смотрите, я теперь могу на V нажать. Ой, на M, да? И у меня есть два поинта. Че, куда раскидаем? Давайте один на жизни, один на спешл, да, наверное, раскидаем. Также будем сейчас по единичке, интересно, атаковать. Блин, а почему он... Все, у меня, смотрите, у меня газуля кончилась, и второй раз я не могу уже атаковать. Мне нужно тупо теперь, наверное, ресет, да, жмякать. Ладненько, я, друзья, буду еще маленько разбираться. Если что, пишите в комментариях, в чем здесь суть, как качаться, что это за стрелы, как покупать и так далее. Я обязательно прочитаю, друзья. Если вам зайдет, если мне зайдет, то, конечно же, я буду играть. Будем вместе с вами разбираться и продолжать. Смотрите, опять остановились время, да? Смотрите, я не могу двигаться. А, балдешечки. В Рагуле такого нету, да? Так, что я говорил? А, да, друзья, если вам понравится этот режим, пишите в комментосики, пишите, какие здесь есть еще приколюхи. Я, наверное, еще многого здесь, конечно же, не увидел, не узнал. Давайте будем вместе разбираться и развиваться в этом прикольном режиме. Ну, а на этом я первый экскурс в режим в Роблоксе Джо-Джо заканчиваю. С вами был Капандыч, увидимся на просторах Роблокс. Всем пока-пока!